Всем привет, с вами Маша и Гоша Короленко. У нас, как всегда, первый кадр попа и спина Георгия. Вот. Мы приехали на новый наш объект. Сегодня у нас, мы надеемся, что мы успеем хоть что-то сделать, что мы безбожно простояли в пробках. Ну, в общем, суть вы, наверное, уже уловили. Сводится к тому, что был аквариум, его надо переделать во флорариум. Мы уже прикрутили здесь, вернее, Георгий без меня ездил, сделал фитинги. Здесь будет боковая стенка. В общем, вот такая вот штука. И будем мы делать страшно неподъемную конструкцию. А пока всякие подготовительные работы. Собственно, вот наше барахло. Содом и Гоморра и наш обычный пазл. Называется «Собери дренаж из решеток». Собственно, почему используем вот эти решетки? Потому что они дают возможность дышать корням. В общем, они химически нейтральны, из них можно своять практически любой формы конструкцию. Они просто легко достаются. Ну и мы привыкли с ними работать. Ага, смотрите, сколько мусора. Ну, собственно, мы закатываем наши короба. Как у истинных профессионалов, у нас с собой есть даже пленка, если понадобится вывести лишних свидетелей. Ну, собственно, мы используем дуб сегодня, как в последнее время. Вот наш короб, он лежит сверху фитинга. Как мы видим, у нас осталось пустое место. Мы его потом будем определенным образом прятать. И сейчас уже идет процесс примирения кабелек. Примирение. Я сегодня туплю. Я почему-то на всех оформлениях все время болею. Мне кажется, это какой-то бич. В общем, мы сейчас будем делать хард. Делать фон мы будем из глины. Сейчас нам предстоит удовольствие это все налепить. В общем, банка будет, конечно, неподъемная, но ничего страшного. В общем, отсвечивают все эти светильники, но как есть. Вот мы почти закончили фон. Ушло у нас почти 40-литровый ящик глины. Ну, вернее, она еще будет использоваться. Ё-ка, на меня упала крышка. Вот. И вот так это выглядит изнутри. Сейчас мы долепливаем последние штрихи, чтобы фон был потолще. Проверяем, как прилипло сзади. И будем уже засыпать грунт. Теперь мы будем засыпать грунт. Это стандартный АБГ-микс. Можно купить у нас в магазине, а можно сделать самостоятельно. Ничего особо сложного в этом нет. Но занятие такое. Еще лава. Да, но сначала мы доделаем дренаж. Я уже все придвинула. Сейчас еще не все. Не все? Какой ты. В общем, у нас остались еще вот эти части. Хоп, вот здесь вот спереди и вот здесь с боков. И мы будем делать красиво. Хорошо, когда в доме есть мужчина, да? Еще, видимо, пока мы не поставим светильники, не будет видно, что происходит внутри, поэтому я все время снимаю сверху. Здесь вот такая красота. Блин, это так прикольно.
Я сейчас буду ей поливать. Она розовая. Посмотрите, она розовая. Такая яркая. Ура! Да будет свет! Время сажать растения. Я говорю, время сажать растения. Или идти спать, потому что знаете, сколько сейчас времени. В общем, мы как обычно. Охранники нам уже тонко намекают. Ура, все, мы все посадили, пошли домой. Вот так у нас получилось. Давайте подойдем поближе.